Ребятки, всем привет. Хочу в этом видео там уточнить, что именно я менял за эти там 5 с хвостиком лет на Кэмри. Потому как там в видео в прошлом были вопросы. Ну, по пробегу, во-первых, вот я показываю. То есть вот я на ней там проехал где-то около 70 тысяч. Итоговый, да, сейчас 151 тысяча. То есть я второй там владелец по ней. По заменам, которые я делал. Значит, у меня саленблоки, рычаги в сборе. Я поменял один раз полностью передние. Потом по цапфам задним я поменял саленблоки отдельно. Мне там их воткнули туда. Спереди одна тяга была в начале рулевая, потом за эти 5 лет еще одну поменял. Ну, то есть, вот две тяги было поменено. Ну, втулки стабилизатора, ну, я уже об этом, ну, не знаю, говорить или нет, но это меняю там примерно раз в 25 тысяч. Вот мне вот так вот их хватает в городском режиме, если говорить о резинках этих, втулках стабилизатора. Потом дальше вот моторчик омывателя лобового был заменен недавно, накрылся, не знаю, почему-то начал вначале капать летом, в общем, потом перестал работать. Я его поменял, я на разборке его взял. Стойки стабилизаторов, амортизаторов, сами именно стабилизаторов, амортизаторов, тоже где-то в районе 20-25 тысяч. Где-то так вот мне хватает в городском режиме. Что еще было по заменам? Диски. Протачивал диски еще, да. То есть я ее взял и я протачивал диски. Не менял их, а протачивал. Именно они проточены. Но до сих пор замены вот их не было. Катаюсь. Колодок, я колодки, кстати, я оригинальные не беру, ну и не самое там, не самое дешевое, там выше среднего, ближе к оригиналу, я даже сейчас не вспомню именно что, знаете, то есть не оригинальные, ну там более-менее, которые нормальные беру, и мне их хватает вот здесь вот на автомате, мне их хватает порядка 30 тысяч, ну вот так вот тоже в городском режиме. Я там особо не рысачу, будем говорить так, там по делам обычным недалеко езжу. Амортизаторы, сами амортизаторы я не менял, вы знаете. Вот они мне все время говорят, вот-вот они уже, вот-вот. Но вот они стоят, и они еще оригинальные. Я не знаю, как вот так вот вышло, но я их не менял вот еще. То есть они у меня не мененные, без замены. По маслу, масло лью сюда 5W30, но меняю его официалов, езжу, ну как ни странно, вот дешевле у них замена масла даже, чем в обычных гаражных мастерских, ну вот как-то выходит у них там акция, езжу к ним, не знаю, плюс успокаивает все-таки то, что масло, возможно, все-таки оригинальное, да, будем говорить так. Ну и с учетом там ценового диапазона и выгодного предложения, и то, что у официалов, именно масло езжу менять к ним. Да, вот, собственно говоря, и все, ребятки. То есть из того, что было заменено вот на этом пробеге за 5 лет эксплуатации, ну, я повторюсь, я второй владелец по ней, то вот я перечислил там. Возможно, какие-то совсем-совсем уже мелочи я просто забыл. Но из того, что более-менее хотя бы весомое, то я вот перечислил по заменам, что я делал. В целом, я как бы считаю, да, безусловно, она довольно надежная даже в возрасте. Почему я там решил сделать такой отзыв? Потому что это же не обзор на самом деле, это простенький отзыв, да, такой. Ну, я как владелец решил рассказать, все-таки какой-то этап, и автомобиль уже далеко-далеко не новый. И вот в таком вот возрасте, да, можно о чем-то говорить, о том, что есть какая-то надежность у автомобиля. Потому что ведь не секрет, да, что да, даже новая там тачка какая-то, она будет ездить. Какого бы бренда она ни была,
не хочу сейчас никого там обидеть, никаких владельцев автомобилей, но любой абсолютно новый автомобиль, естественно, у вас будет ездить. А вот что будет потом, на 5 годах, а особенно там 10 лет, вот это вот уже любопытно, на мой взгляд. Ну, поэтому я вот, да, сделал такой вот про свой автомобиль, такой довольно простенький отзыв, и решил перечислить, что вот я делал по ней. На мой взгляд, да, это довольно-таки надежный автомобиль, поскольку вы сами слышали, замен, собственно говоря, каких-то таких существенных не было, а это действительно там расходники и не очень часто, будем говорить так. То есть это все в меру ее потребностей, довольно-таки скромных. Кстати, ценовой диапазон, то есть детали, ну, он не, если вы не будете брать это на станцию у официалов, а этого, возможно, делать и не стоит, потому как это можно все найти гораздо дешевле в интернете. Даже если вы оригиналы хотите ставить, то все будет дешевле в интернете. Можно сказать, что запчасти по ней не кусаются. Они абсолютно в меняемом ценовом диапазоне. Так что довольно-таки содержание ее, будем говорить, по карману там, среднестатистическому человеку. Все, ребятки, всем пока.